стали известны имена самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда за 2023 год. Первую строчку в списке занял американский артист Адам Сэндлер. По информации издания, заработок комедийного артиста составил 73 миллиона долларов. Основной источник дохода – сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix. На втором месте расположилась Марго Робби. В 2023 году ее доход вырос до 59 миллионов долларов благодаря участию в фильмах «Барби», «Город астероидов» и продюсерском проекте «Солтберг». Тройку лидеров замкнул Том Круз с чеком 45 миллионов долларов, 35 из которых актер получил за роль в седьмой части боевика «Миссия невыполнима. Смертельная расплата».